Кроме того, инфляция за последний год увеличилась на 20%. Нам просто необходима государственная поддержка. Простите, что перебиваю, друг мой, но методы, которые вы предлагаете, ровным счетом ничего не меняют. Что мы делали в последнее время? Латали дыры и сядь, друг мой. И ждали щучьего веления, не меньше. В виде роста мировой экономики, соответственно, роста цен на сырьевых рынках. А затем вкладывали эти деньги в развитие городов-миллионников, создание своего интернета. А что за этим, друг мой? Что за этим? Ладно, мы еще вернемся к этому вопросу. Что с электричеством? Должны вот-вот подключить. Причины взрыва еще выясняют. Рыкова? Ну, доказательств пока нет. Вот тоже подарочек. Полгорода без света. Это перед самыми выборами. Вижу, у вас еще новости. Господин президент. Господин президент, ситуация осложняется. По последним данным, Рыкову поддерживает около 80% населения. Наибольший отклик у народа находят ее гарантии по сохранению рабочих мест, индексация зарплат и более агрессивная внешняя политика по отношению к Западу. В этом свете, как министр экономики, еще раз прошу проанализировать мои предложения. Я прекрасно осознаю всю тяжесть текущего положения. Но мы не можем повернуть вспять. Если мы желаем своей стране добра и процветания, то будем продолжать развивать предпринимательство, образование и культуру. Нельзя действовать так резко. У нас проблемы в экономике. Да проблемы не в экономике. Не в ресурсной экономике. И не в бесконечных воображаемых врагах по ту сторону океана. Проблема в нашем мышлении, которое формировалось столетиями страха и унижений. Наше якобы сильное государство, контролируя все вокруг, само вырыло себе яму, сделав невозможным саморазвитие. Развитие индивидуальности. Наш единственный путь. Рыкова. Что это за яму вы тут вырыли, Иван Андреевич? Прошу вас удалиться. На каком основании вы сюда вторгаетесь? Я действующий президент. Все понятно. А ведь мы же с вами договаривались. Нарушаете режим, получаете последствия. О чем с вами можно договариваться? Я попрошу вас... А вам что? Особое приглашение нужно? А ну быстро по палатам! Я нужен обществу. Я хочу быть полезен. Я могу. Вот же психа. Да кому ты нужен? Пошел быстро отсюда.